Компания «Дахир Иншаат» представляет автоматизированные многоярусные оранжереи для промышленного выращивания растений в городских условиях. Данное изобретение станет отличным решением продовольственной проблемы современных городов. Благодаря высокой производительности и полной автоматизации процесса ухода за растениями, комплекс из многоуровневых оранжерей сможет в течение круглого года обеспечивать город с населением 100 тысяч человек недорогими и качественными овощами и фруктами. Ключевой особенностью оранжереи является размещение лотков с растениями на множестве уровней. Оранжерея вытянута вверх, что позволяет собирать большой урожай буквально с нескольких квадратных метров площади. Лотки двигаются по вертикали и поворачиваются вокруг своей оси таким образом, чтобы каждое растение получало необходимое количество света. Купол оранжереи выполнен из сотового поликарбоната. Он хорошо пропускает солнечный свет и удерживает тепло. В темное время суток оранжерея подсвечивается энергоэффективными фитолампами. Микроклимат внутри оранжереи полностью изолирован от окружающей среды. Поэтому комплексы оранжерей можно размещать даже вдоль автомобильных трасс или в промышленных зонах без вреда для качества продуктов. Умная автоматика самостоятельно контролирует температуру и влажность воздуха внутри оранжереи, а также ухаживает за растениями, дозированно питая их. Участие человека в этих процессах сведено к минимуму, что приводит к снижению затрат и росту урожайности на единицу занимаемой площади. А это, в свою очередь, влечет снижение себестоимости получаемой продукции. Таким образом, комплексы оранжерей от компании «Дахир Иншаат» делают возможным крупномасштабное производство практически любой сельскохозяйственной культуры в условиях ограниченного пространства современных городов.
Узнайте больше о многоуровневых оранжереях на сайте компании «Dahir & Schad».